Я думаю, что вот эта вот организация большого количества банков, причем у большинства нет своего мощного капитала, потому что банк, я лично, у меня есть немножко денег в швейцарском банке, я просто видел, что это такое. Совсем все по-другому происходит. У нас, я считаю, Сбербанк, может быть, еще 3-4 банка есть таких сильных. Я считаю, раздувать эту систему совершенно не надо. Мое впечатление.